Всем салют, дорогие друзья, добро пожаловать в игру Project Liminal, продолжаем играть. Это у нас уже вторая серия, вторая глава. В прошлой серии нас преследовал вот этот фантом. Он, кстати, там стоит. Черт, он исчез, боже мой. И, значит, бассейны, я так понимаю, мы уже прошли и переходим к супермаркету. Что же нам тут нужно искать, пока неизвестно. Но, опять же, главная наша цель — это выход. Так, давай-ка пройдемся туда. Хотя, смотри, здесь закрыто. Окей, значит, у нас пока один путь, дорогие зрители, это идти в те коридоры. Так, что же мы найдем, пока неизвестно. Но мы находим записки некого выжившего. Здесь. И он нам дает еще подсказки к тому же. Боже мой, сколько здесь переходов-выходов. Так, я что-то открыл, такое ощущение. Фух, приятная музыка. Это радует, дорогие зрители. Вот все-таки в прошлой серии все шло к тому, что мы наткнемся на кого-то. Это чувствовалось. Так, значит, тут ничего. Здесь просто стол. И когда-то продавалась одежда, возможно. Так, я так понимаю, мы открыли. Или не открыли. Нет, нифига мы не открыли. Хотя, возможно, мы открыли ту дверь. Давай-ка пройдемся туда. Так, конечно, все крайне подозрительно. Стоп, эта дверь все-таки не открывается. Хотя мне казалось, что вот эта панелька с предохранителями открывает как раз либо одну из вот этих сеток, или открывает дверь. Так, ну куда же нам идти? А, вот, смотри. Здесь еще одна панелька. Так, и возможно, мы уже точно что-то открыли. Кстати, а что здесь? Так, здесь тоже тупик. Так, такое ощущение, что где-то еще находится третья панелька. Да, бинго, давай ее нажмем и что-нибудь уже откроем. Да, оно открывает эту дверь. Ну, черт, я все-таки опасаюсь, дорогие друзья, этого фантома. Он слишком какой-то криповый. Тем более он так тихо нас атакует в каком-то плане. То есть вообще бесшумно. Он летает здесь, и это очень-очень напрягает. Так, музыка пропала. И это мне уже крайне не нравится, дорогие зрители. Надо сейчас быть настороже. Так, записок никаких нету, да? Возможно, черт, блин, ну почему ты там стоишь? Ты меня очень сильно напрягаешь. Возможно, мы уже никаких записок не найдем, дорогие зрители, потому что выживший просто не дошел уже до этого места. Воу, стоп, погоди-ка. Это просто зеленое окно. Так, спокойно. Фонтанчики, джазик. Класс. Супермаркет. Угу. Так, ну хорошо. Нам нужен код. Так, я надеюсь, что здесь никого не будет. Так, погоди-ка. Мне кажется, или там еще одна панель, да. Оу. То есть у нас два пути, возможно, дорогие зрители. Пока неизвестно. Но все равно я крайне, дорогие друзья, опасаюсь, что нас будет кто-то преследовать. Давай, открывай. О, черт, я нашел фонарик, вау. Фонарик, отлично. Главный герой — это то, что нам надо. Но музыка затихла. И теперь мне кажется, что мы точно уж на кого-то здесь наткнемся. На кого же мы здесь наткнемся? Я надеюсь, что здесь никого не будет. Черт, боже. Я уже слышу очень... Ха-х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 а
там.
Так, куда нам идти? Так, скорее всего, нам сюда. Воу. Стоп. Нас поймали? Нас поймали, боже. Черт, где это я? Куда я попал, боже мой? Я попал на тусовку фантомов. Ребятки, слушайте, слушайте, слушайте. Давайте-ка потом, типа... Я не хочу с вами сталкиваться. Они медленно ко мне двигаются. Какого черта? Так, блин. Прошу, не надо. Блин, ну это слишком крипово. Так, идите нафиг. У меня есть еще дело, я должен выбраться из-за кулисья, а вы тут сидите дальше. Пока-пока. Ха-ха-ха. Вот она, эта дверь. Блин. Безумное место какое-то. Так. Давай. Мертвый ТЦ. Торговый центр. Где? Стоп. Куда я попал? Какого черта? Глава третья? Мы сразу перешли к третьей главе, дорогие друзья. Project Liminal. Стоп. Теперь у нас есть несколько путей. Либо ехать на лифте. Так, или как? Ага. Так, скорее всего, мы должны сейчас искать вот эти панельки. Хорошо, давай искать. Так, возможно, там что-то еще находится. Крайне странная картина. Вау. Так, вот еще панелька. Так, все точно ее активировал. Огнетушитель. Так, подожди-ка, давай-ка все-таки еще сюда пройдемся. Меня вот очень-очень интересуют данные, знаешь, вот эти тайнички за кулисья. Так, еще одна панелька. Хорошо. Так, здесь пусто. Вау, какое приятное место. Я слышал, что кто-то пытается слить информацию о убийстве внутри корпорации. Нам срочно нужно что-то сделать с этим, иначе журналюги и высшее руководство нас потрохами сожрет. Окей. Так. Значит, мы находимся вообще в каком-то офисе. Но, кстати, я не ожидал, что мы так быстро пройдем вторую главу. Может, она и правда короткая, и типа все это шло по сюжетке, что нас должен был поймать этот призрак. Возможно, в игре может быть несколько концовок, дорогие друзья, я не знаю. Но все возможно. Так, открывай. Туалет. Так, 1, 2, 3, 4. А, 12:43. Окей. Возможно, это как раз код от чего-то. От какой-нибудь очередной панельки. Да. Отлично, 12:43. Давай наберем. Так. Давай. Срабатывай. Есть. Так, где это мы? Так, записка. Весь персонал мертв, они превратились в них. Время на исходе. Что здесь происходит? Так, ну здесь только записка лежит, дорогие друзья. Хорошо, давайте-ка попробуем пройти сюда. Так, заперто. Ага, так, здесь еще есть одна дверь. Так, снаружи, но во внешнем мире что-то происходит, весь персонал офиса чувствует себя плохо, а портал не работает.
Стоп, это просто офис или какая-то секретная лаборатория? Старый Моник. Боже мой. Офисные склады. Так, но все-таки у меня есть подозрение, что эта дверь должна открыться каким-то образом, дорогие зрители. Так, возможно, кстати, мы уже все панельки запустили, и мы можем, я думаю, ехать на лифте. Так, ну здесь вот, знаешь, крайне приятная атмосфера. Хотя музыка закончилась, мне уже это очень сильно не нравится. Ах, ух, музыка снова появилась. Ура, можно расслабиться. Все, ну нам точно ехать нужно на лифте, дорогие зрители. Полетели. Вау! Конец? Я не знаю. Но все, дорогие друзья, финал игры Project Liminal Redux. В принципе, вот разработчики занималась разработкой студия True Heart, довольно-таки необычное название. Вот, и здесь представлено еще отдельное спасибо вот, вот этим летсплейщикам, которые тоже вот снимали данную игру. Прикольненько. Вот такой проект Project Liminal Redux. Концовка очень загадочной получилась, оставляет много вопросов. В какие-то моменты игра была реально жуткая и очень-очень загадочна по атмосфере и по сюжету. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем бай-бай.